На сегодняшний день мы действуем, педагоги города действуют строго в соответствии с законом Украины про захист населення від інфекційних хвороб. В соответствии с приказом областного департамента образования и областного департамента здравоохранения, в учебных учреждениях руководители обязаны не допускать к учебному процессу тех детей, которые не привиты, вернее, я уточняю, допускать только по решению специальной комиссии. В общем-то, обращаясь сейчас к родителям, которые приняли для себя решение не прививать детей, либо детям, которых невозможно сделать прививку в соответствии с противопоказаниями медицинскими, вот эта комиссия ВКК, она, по сути, подстрахует семью от возможных негативных последствий, если все-таки ребенок будет ходить в школу и будет заражен. Как сознательные родители мы очень рекомендуем прислушаться к тому, что говорят медики. И если общее состояние организма ребенка позволяет ему посещать учебное учреждение, если он не ослаблен и риска значительного для его здоровья нет, то в это время ВКК разрешит посещение. Если же ребенок ослаблен, не привит по медицинским показаниям и не может посещать школу сегодня, то учебное учреждение обязано организовать обучение в других формах, не в урочных. Это может быть дистанционное, индивидуальное, либо обучение на дому. Сразу хочу оговорить, что законного механизма недопуска ребенка в школу, физического недопуска, в общем-то, не существует. Это и порождает всевозможные вопросы родителей, судебные иски и так далее. Физически не впустить, применив силу, руководитель не может, и педагоги этого делать не будут. Они будут обращаться в правоохранительные органы с тем, что есть приказ, который не выполняется. И выполнение этих распоряжений ложится сегодня на плечи родителей. Наказывать директора школы за то, что родители пренебрегли рекомендациями врачей и приказами Департамента здравоохранения и образования областной администрации, директор школы не может быть за это наказан, поскольку каждая мама несет ответственность за своего ребенка.